Здравствуйте, добро пожаловать в Киноварь. Это, между прочим, юбилейный 50-й выпуск. В нем вас ждут Шварценеггер и Брюс Уиллис, детский ужастик Бела Лугоши и Борис Карлов. Хорошая компания. Присоединяйтесь. Арнольд Шварценеггер и Брюс Уиллис подписали соглашение, в рамках которых оба актера снимутся в боевике «Неудержимые 2». Кроме того, теперь стало известно, что сценарий фильма предусматривает значительные роли для обоих актеров. Во второй части в главной роли снова сыграет Сильвестр Сталлоне. Съемки картины начнутся в Болгарии этой осенью. «Супер 8» — хороший подростковый боевик, которого так не хватает ученикам средних и старших классов. Главные герои ленты — школьники, которые летом 79-го года собираются снять на камеру «Супер 8» любительский фильм про зомби. Но вместо этого становятся свидетелями жутких в своей таинственности событий. Уничтожение собственности, кража. Уже 9 человек пропали без вести. Вокруг стали твориться вещи, объяснить которые я не в силах. «Супер 8» — фильм не скучный, не нудный, не серый. Он интересный, абсолютно семейный и рассказывает не столько о страшных инопланетных монстрах, с которыми придется столкнуться главным героем, сколько о добре и зле, дружбе и верности, смелости и решительности. Кстати, на титрах фильм, который сняли герои истории, не прозевайте. «Ворон» 1935 года — это одна из многих экранизаций поэмы Эдгара Аллана По. Темной ночью красавица Жан Тэтчер попадает в страшную автомобильную аварию. Доктора считают, что только блестящий нейрохирург доктор Ричард Воулен может спасти ее. Воулен. Доктор Воулен. Мы можем пригласить доктора Воулена? Полубезумного доктора Воулена блестяще исполнил Бела Лугоши. Орудием в руках его персонажа оказывается преступник Бейтман, он же Борис Карлов. После просмотра «Ворона» кинофраншиза «Пилы» еще больше упадет в ваших глазах. Из ленты Лью Лэндиса позаимствовано практически все, вплоть до реплик персонажей. А ведь «Ворон» вышел на экраны более 75 лет назад. Вы чудовище, вам нравится мучить? Да, я люблю мучить. «Смерть тоже мой талисман», — заявлял герой Бела Лугоши в «Вороне». И жестоко ошибался. «Правильной дорогой идти вам, товарищи!»